Сегодня у меня лапша с таким интересным соусом, сосисечки, помидорки, яичко. Будем запивать. По поводу остроты сейчас будем пробовать. Всем привет, с вами Сеня. Давайте будем кушать. Приятного всем аппетита и давайте начинать. Сейчас мы ее перемешаем, посмотрим, что там. Там должна быть подливка вообще-то внизу, чуть-чуть. Вообще она не сильно острая, поэтому сейчас будем смотреть. Я после работы голодный. Чуть островастая, но хорошая. Как их брать? Постараюсь не замазываться, как в прошлых видео. Как вы поняли, у меня идет сейчас обучающий период в плане освещения, в плане приложения для этого освещения. Кстати, очень вкусно. И прямо аж глотается быстро. Или может я голодный, если честно, не знаю. Так вот, объяснюсь. Вчера, когда я поставил видео на запись, вчера у меня начала Соня просто играться неимоверно. Бегать, прыгать, кричать, в общем, мешать. Наверное, что-то она знала. Потому что я после этого просто кусок... Ну, я выключил камеру, с ней разобрался. Естественно, я думал, что я ее выгнал, но ее просто так не выгонишь. И продолжил запись. Уже запись с продолжением вы уже видели. А прошлый кусок просто не записывался. Я не знаю, куда он делся, почему. Яичко. Почему так получилось, я даже не знаю. Но мне кажется, просто что-то она знала, вот эти вот кошки, они, значит, что-то понимают и чувствуют. И таким образом я потерял маленький кусочек именно самого начала, когда я поприветствовался с вами, рассказал, показал, что я кушаю, и она просто стала сходить с ума. Где-то там живет мне шельма. О. Поэтому она меня вчера просто спасла, как будто бы я покушал сам собой. Было бы так. Сегодня я скачал 4 приложения. Вот пробуем сейчас по очереди, будем пробовать. Но вроде бы это победило. Вот такие вот помидорки. Мне кажется, они такие кислые-кислые, прям аж вот такие, знаете, как бочковые. Так вот, с освещением у меня вот это просто беда. Я пока еще не понял, я еще в режиме поиска. О, сейчас хорошо пошло. Я еще в режиме поиска, не знаю, как оно будет. У меня сейчас не столько много времени, чтобы это все дело отредактировать. Ну, в смысле, попробовать. То есть снять несколько попыток, посмотреть на компьютере, как это все выглядит. То есть на телефоне далеко не все видно, как вот потом на компьютере на Ютубе вы видите. Поэтому у меня сейчас пока вот такой пробный период. Мне понравились комментарии ваши.
Вы поддержите. Говорите, как в фильме ужасов. У меня была мечта, чтобы, знаете, в полной темноте и видно было только лишь меня и еду, которую сейчас вот вы видите перед экраном. Я реально хотел так попробовать. Ну, получилось, если честно, ерунда. Ну, вы сразу окликнулись, мне очень приятно. И это очень хорошо. Кто-то, да, кто-то мог заметить, что у меня 4 числа уже прошел именно к самому каналу год. Но первое видео было выставлено именно 8 числа. Поэтому я и планирую где-то в воскресенье с вами стримчик устроить. Поэтому еще буду объявлять об этом, что будет там, пока ничего не скажу. Вот. Мне самому интересно, как оно все получится, поэтому не пропускайте. Я как посмотрю, это как они китайцы, вот это, наверное, с утра до вечера кушают, как они вот этими палочками орудуют. Это жесть. Ну, я представляю, если с утра до вечера ты просто кушаешь только одними палочками. Вот там. Просто дать им борщ, дай палочки. Как они его будут кушать, мне интересно. Высёрбывать так, знаете, как вот к краю будут. Просто перехилять будут. Вкусно, очень вкусно. Либо я голодный, либо оно очень вкусное. Вчера пришел домой и включил передачу вот это на ножах. Так вот, мне нравится, когда они рассказывают, точнее, показывают, что при полной посадке вот люди начинают просто выпендриваться. Там просто нагоняют обычных студентов, обычных. И им дали какой-то то ли бургер, то ли еще что. И они его вернули. Ребята, какому-нибудь студенту дайте бургер, он его не вернет ни за что. Тем более, из-за съемок я понимаю, что это все дело им проплачет. Поэтому я думаю, это такая показуха, просто шоу, как говорится. Мне маманька, кстати, тоже пилит, за, помните, пельмени недавно снимал. Так вот, это ж мы с ней общаемся там по скайпу. И она вот это говорит, вообще, что больше такого не было. Переживает. Волнуется. То раньше... А, говорит, почему ты не рассказал... Как раньше я тебе давала манку, а она мне реально ее давала, а я есть не хотел, точнее, я не знаю, выпендривался я или это было, не помню, если честно, но было такое. Она говорит, жуй манку, а я уже плачу, не жуется, глотай, значит, манку, не глотается, и вот это вот вообще слезы, я там лил, мол, не кормите меня вообще.
Так что манка у меня не жуется и не глотается. Было и такое, это чистая правда. Не, это будет чересчур. А еще я помню такой случай, когда дедушка всегда доедал за меня и никому не показывал об этом. В общем, как он мог, он так меня прикрывал всегда. Поэтому для меня дед всегда хороший. Его уже нет, но воспоминания есть. Еще одно из самых ярких воспоминаний, когда я пролез в одну калошу, или как халошу, штанов, дедовых штанов. Вы можете представить, какого я был телосложения? Именно вот так вот солдатиком брынк и в штаны. И ушел. Так что, сами понимаете. Дед был не маленьким. Ну, короче, я не в деда. Реально вкусно. Тут даже с какими-то кусочками типа мяса или сои или что-то такое еще здесь есть. Это все было в лапше. Даже морковка, видите, тут лучок. Ну, в смысле, зеленушечка. Мне кажется, если так хорошо взять ее, зачерпнуть, то можно вообще пол тарелки за раз сразу жить. И засосать. Видите, сегодня видео идет. Сегодня все идет хорошо, последовательно. И кошка лежит у меня рядом. Не бегает, не предупреждает о всякой беде. Сок у меня из ежевики. И по поводу ежевики тоже сейчас вам расскажу. Маманька давно хотела, чтобы ежевика росла, ну знаете, черная, такая как малина, только черная. Хотела, чтобы она росла просто в огороде, ну там край огорода, конец. Вот, и чтобы она просто как малина росла, сама разрасталась, и ну, не давайте, конечно, ей сильно разрастаться. Вот, извиняюсь. Ну, в общем, короче, как малина, чтобы она росла. Посадила, натянула вот эти веревочки, чтобы она росла. Блин, она год-два, все, капец, заросли, вообще не пройдешь, она колючая, пиндец, просто капец. И так ничего и не получилось, просто брала топор, после 2 лет она просто взяла ее и вырубала, потому что совладать с ней так и не смогла. И не дождалась она плодов, хотя по идее уже должны быть. На 3-4 год я читал, они уже должны быть.
Кстати, да, кто заметил, в прошлый раз у меня что-то прилипло к бороде. Блин, стыдно было, капец, если честно. И себя ж не видишь. И некому подсказать. И вот такую, такая стыдоба прям. Ай-яй. Ну, это, я думаю, житейское. Дело-то житейское, помните, Простоквашино. Ты? Смотри, кто пришел. Нормально? Все, иди гуляй. Проведала. Смотрела, смотрела, что я тут кушаю, что я тут делаю. Подошла. Кстати, когда я прихожу с работы, она всегда бежит, меня встречает, кричит всегда, пытается обои ногтями драть. Естественно, она знает, что я ее сейчас буду подругивать, вот, или брать на руки, или вот подругать. Но в основном я ее беру на руки и тащу ее вместе со мной в зал. А беру ее на плечо. Ей это безумно нравится. Когда я на плечо беру. Поэтому по поводу кошки просто отдельный разговор. Ребятульки, только сейчас узнал о том, что видеокамера записала не все. Просто в этом приложении стоит ограничение по времени, оказалось именно так. И мне реально очень жаль. Не обижайтесь, мы все пока изучаем. Видите, мы как начинаем снова круга, и получается у нас произошел маленький срыв. Поэтому какая-то у нас черная полоса, назовем ее так. Все, было это все очень вкусно. Я надеюсь, вам было так же вкусно, как и мне. Всем огромного настроения, великолепного дня. И с вами был я, Сеня. Всем пока. До новых встреч.